Всем привет, мы продолжаем играть в ТЛД. У меня прошлое видео почему-то слетела запись, но не записалась. Я вам попробую описать, так сказать, всю боль того видео в двух словах. А в прошлом видео мы с вами нарвались на таких веселых ребят, как... Изенгардские воины. С Изенгарда меня, в принципе, никто не тормознул, но у нас было 180 воинов нападали на город. У них было... Точнее, у нас защищался город 180. И у них было 200 с чем-то, я не помню точно. Или 300 с чем-то. Ну, там было очень большое количество. 300 с чем-то. Да, там было в два раза больше. Даже больше, чем в два раза. Много народу было, и они нас просто убили. Мы ничего сделать не смогли, мы бились до последнего, реально, я был последним воином, я отбивался сколько мог, но они просто затыкали с разных сторон. Слишком маленькое количество обороняющихся было у нас. Нас разбили, и все. После этого у нас какая-то череда не очень приятных событий произошла. Допустим, я не могу теперь нарваться на нормальную войско, чтобы отбиться. У нас очень плохо с показателем количества. Постоянно кто-то левый есть. Вот сейчас вот я с дуру за... Блин, я вспомнил этот отряд. Я с ним уже сражался. Эти два огра мне просто всю малину портят, так сказать. Чтобы вы понимали, проблема именно в ограх. Семеро на 14, 19 на 19, 17 на 13. Я уже зайти не могу, меня побили просто к чертовой бабушке. И опять же, все. Вот, меня убили. Хорошо, давайте мы с вами загрузимся. Прям какая-то череда неприятностей. Я сам нарываюсь постоянно на кого-то. И этот кто-то меня убивает. И я ничего не успеваю сделать. Что мы с вами сейчас сделаем? А следующее мы сделаем. Мы с вами поедем в Вестфольд. Я там найму еще бойцов. Может, небольшое количество, но я успею нанять, я надеюсь. И приеду на помощь своим ребятам, которые стоят вон там, вот, вон там. У нас вся... Проблема в том, что у них там идут два огра. Простите. Я уже от какого-то непонятно чего уже дергаюсь и не на те кнопки нажимаю. Так, у них там 20 против 14. Ну, будем надеяться, что мы сейчас сможем им помочь. Едем к ним. Да. Давайте попробуем так. У нас один. Я против огров не хочу выходить, потому что это отвратительно. Огры это, наверное, самые отвратительные ребята, которые есть. Опа. А вот и мои вещички, которые я потерял при осаде, которые с меня сняли. Чтобы вы понимали, реально сняли с меня эти вещи. Это мой шлем, мой... Пехотинец Рохана. Оруженосцы. Давайте, нам нужна конница опять же. Нам нужно опять восстанавливать свою конницу. Нам все нужно восстанавливать, потому что мы все потеряли. Прости, Юра, мы все потеряли, скажем так. Сейчас сделаем немножко по-другому. Я не помню, какой у него... У него шлем 34, этот 40, у меня 36, вот тебе 40. 4, 4, вес 2,0, у меня 2,5 вес. Вес получше тут будет. Хорошо, это мы оставляем. Теперь нам нужно купить еды, потому что по еде мы очень сильно просели. И все.
Давайте-ка подумаем. Хорошо. Ладно, пускай пока у нас полежит этот шлем. Что еще хочется сказать? Мы очень сильно. Нам нужно обучить всем опытных всадников. Мы все это провтыкались, скажем так. И нам нужно доставить в Пинатгелин. Серьезно у нас? Пинатгелин. Хорошо, давайте съездим. Давайте съездим, выполним задание. Все было очень плохо именно из-за того, что я нарвался на осаду именно нашего поселения. Вот тут восточный, западный Эмнет. И просто нас вырезали. Там было чересчур много. Слишком уж много. Они явный перебор сделали с количеством противников. Рунийцы. Почему рунийцы аж тут? Что они тут делают? Непонятно. И в атаку. Рунийцы, конница. Конница это плохо. Так, я по кому-то попал, но не особо сильно. Давайте возьмем меч. Мечом сподручнее рубить врага. Вот видите, я же говорю сподручней. Мне рунийцы нравятся, но мне они нравятся, нравились, потому что я играл за рунийцев в прошлой игре. Я кого-то там убил. Это хорошо. Честно говоря, рунийцы достаточно сильные. Конница у них неплохая. Очень неплохая. Враги бегут в ужасе. Хорошо. У нас двух. Одного убило, одного ранило. Это плохо. Ополченцы. Но я не хочу их брать, потому что, ну, куда мы их возьмем? Они нам сейчас разбавят роханцев просто к чертовой бабушке. Мне это не нравится. Не нравится и не нужно мне это. Хорошо. Оруженосцы, пехота, опытная пехота, 6 всадников. Ну, по чуть-чуть мы с вами восстанавливаемся. Так, глядишь, к концу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ху-ху-ху, и хочется, и колется, потому что у нас нету. У нас нечем перекрыть 88 противников. Даже с учетом того, что это будет половина у них это кто? Крупный орк. Твою бабушку. Очень хочется, но нет, ребята, я просто не смогу им помочь. Точнее, как помочь? Я не смогу, блин, поучаствовать. Меня возьмут и убьют. Чертовой бабушки. Так, нам с вами казармы нужны. Давайте-ка наберем еще парочку. Хотя, какую парочку у нас-то? И брать-то не особо некуда. Давай посмотрим, кто тут есть. Молодой воин, берем. Прощай. К кузницу мы с вами не пойдем. Еда у нас пока есть. Этого достаточно. Пока. Давайте сохранимся. И продолжаем. Мне хоть это и не нравится, честно говоря. Не нравится по той простой причине. Вот. Пятеро. Давайте. Вот это вот я понимаю. Вот это война. Шучу. Это я прекрасно понимаю, что это маразмом попахивает, но у нас одни молодые воины, надо хоть на ком-то набивать какой-то опыт. Потому что опыта у нас в принципе ни у кого нет. Да уйди ж ты, блин, не дает повернуть. Древковое мы докачали до 86, уже неплохо.
Да ты издеваешься, что ли? Кошмар. Оруженосца одного убили. Плохо. 5,3, 5,3. И у них, и у нас. Давайте повысим. Кто у нас там? Оруженосец. Всадник. Готово. Да ну не убежишь ты от меня. Я уперся, я теперь догоню тебя. Просто потому, что мне хочется. Не убежишь. Давайте сохранимся, а то сейчас нарвемся на кого-то, как обычно. Да стой ты, зараза. Нам с вами нужно просто отрабатывать, так сказать, количество. Нам нужна с вами банда поменьше, чтобы хоть как-то набивать опыт нашим воинам. Ну вот. Задолбал. Иди сюда. Так, свои же мешают. Ну, мы потеряли троих, насколько я посчитал. Или четверых. Пятерых даже. Плохо, плохо. Но это лучше, чем... Вот у нас опять же повышение. 10 оруженосцев. Вот вам 10 оруженосцев. Шикарно, шикарно. Ну так, по чуть-чуть мы будем прокачиваться. Охотничий лагерь. Это все весело, но... По чуть-чуть. Так сказать, китайская стена тоже не сразу строилась, но нам нужно что-то делать, потому что мы потеряли очень большое количество воинов, и все они были хорошо прокачаны у нас. Хорошо. Хорошо. Очень хорошо. Все. Или еще где-то. Еще где-то есть. Вот теперь все. Хорошо. Тут было легче. Кто у нас остался? Скорость 6,6, но мы их вряд ли догоним просто-напросто. Давайте в Альтбург съездим и возьмем дополнительных ребят. Казармы. Пехота. Давайте этих возьмем. И этих. Почему я не беру пехоту? Потому что мне лучше взять... Мне лучше взять... не пехотинцев, а молодых воинов. И с них сделать оруженосцев. После этого переделать их в всадников. Чем брать пехоту и с пехотой бегать. Не то чтобы пехота плохая, просто они медленнее, чем всадники. Всадники у нас доезжают, и пехота еще не подошла. Сами понимаете, что это плохо. Ну, у нас сейчас все 45 зато заняты слоты, и все прекрасно. У нас есть кому и с кем бороться. А мы с вами едем, выполним задание. После этого задания опять же отправимся. Возьмем либо следующее задание, либо я не знаю уже, что будем делать. Так. Минас Тирит.
Держалась, стала сильнее. Теперь она не... Рохан терпит поражение в битве. Но у нас все плохо. Плохо, 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 плохо с Роханом. Ой-ой-ой, 102. Крупный орк. Орк с нога Мордора. Орк с нога, кстати, не самый сильный персонаж. То есть у них, по сути, 51 только воина. Все остальное это орк с нога. Но у нас тоже, скажем так, у нас оруженосцев больше половины оруженосцы и молодые воины, которые, в принципе, еще не умеют драться. Я уже не знаю, куда нам идти. У нас кто-то готов к повышению. То есть мне и хочется, и колется, так сказать. Давайте сделаем следующим образом. Сейчас мы с вами подождем, пока они подойдут. Опять же, у нас нету того количества лучников, которое было. У нас, в принципе, лучников сейчас нет, но... Я делаю ставку на то, что у них в основном это орк с нога. Это первая ступень, они, в принципе, практически безобидные. Мы будем надеяться, что у нас получится хоть что-то сделать. Я их не вижу, честно говоря. То есть они должны быть за холмом. А ну. Да, вон они. Да, и у них лучники есть, и лучники у них неплохие, я так понимаю. И в немалом количестве. Это плохо. Мы с вами сделаем следующее. Мы слазим, берем меч. Как там говорится... Заточку в печень никто не вечен. Тот момент, когда ты рубишь орков и понимаешь, что в принципе у вас шанс проиграть очень большой. У нас очень большой шанс проиграть, потому что они тупо количеством опять же задавят. Как вариант. Ну, как вариант есть еще, что мы перебьем большое количество и не придется помирать. Так, так, так. Так, так, так. Так, так, так. Да дай же тебя ударить. Меня очень... Сильно хромает замах. А еще прибыли новые враги. Ай, шикарно. А, валим, валим, валим. Чего стоим? Кого ждем? Ой, я тебя случайно ударил, извини. Вот это было специально. И вот это было специально. Так, я уже убил 17 врагов. И есть у меня подозрение, что больше я убить не смогу. Есть. 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 Так, свои же.
Есть. Еще? Да, есть еще. Фух. Так, мне бы другой щит, этот ломается уже. Кто там остался? Да убейте вы его! Так, мы потеряли всю конницу. У нас 14 убитых, у них 78. Давайте попробуем, попробуем, ребята. А, нет, нет, стой, 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 все стоим. Все стоим, все стоим. Они сейчас будут перебегать речку, мы постоим, подождем. Мы на речку не попремся, смысла я не вижу. Стоим и ждем. Вот теперь в атаку. Они сейчас будут вылазить из реки. Вот, да, все, они вылезли из реки. Можно в атаку. Орк с наганом. Тут даже особо воевать не с кем. Так, так, так. Все? Нет, вот еще вижу парочка. Все? Нет, он еще один есть. Ну, убейте его уже. А, еще один в реке был. Все. Очень хорошо. С нашей стороны потерь не было. Забираем этих ребят. Забираем вот это. Это была хорошая драка. Мне честно понравилось. У меня такое чувство, что весь лут мы забрать не сможем. Ну, это уже самое низкое качество, но мы все равно его заберем. Да, вот то, о чем я говорил, это прекрасно. У них было просто слишком много, скажите, как их называют, орк с нога. Они это начальная ступень, они, в принципе, ни на что не способны. Еще 6 всадников. Очень хорошо. И сейчас мы с вами в Минастирид заедем. Сдадим это все. К чертовой бабушке нам оно не надо. Кузница наместника. Вот в кузнице наместника очень интересно. У них красивые вещи, мне нравятся, но зараза дорогие. В любом случае у них есть 3000. Давайте сдадим на 3900, 1300, 2, 2600. 3,14. 300. Вот, сдали. Цитадель. Цитадель нам не интересна. Можем зайти посмотреть, какие у них воины есть. Стрелок. Городская знать. Да, я взял их, потому что нужно хоть чем-то нам заполнять. У нас очень слабый отряд сейчас, а так хоть какие-то перспективы открываются. 400. Все. Большую часть мы просто выкинули. Ну, там уже было самое такое, знаете, бессмысленно бесполезное, но, опять же, обидно. Воу-воу-воу, откуда вас столько? 55. Ой, не знаю, ребята, честно, не знаю, с учетом того, что у нас очень сейчас не самый прокачанный отряд. Что делать? Придется, наверное, все-таки. При всем моем нежелании это придется сделать. Как же ж не хочется погибать-то снова. Ладно.
Давайте. Нет, держим, держим позиции, ребята, держим позиции, потому что они еще не подошли, а мне уже это не нравится. Но что же сделаешь ты тут? Мы со своей стороны можем только, ребятки, наблюдать и жаждать, чтобы они были послабее. Если они будут очень мощными, мы можем просто разбиться об них. Ждем, они идут. Я их вижу, но они остановились. Скорее всего, ждут, пока мы подойдем к ним. Но мы этого делать не будем, потому что... А нефиг. Я не хочу идти к вам. Хотите воевать, идите. А то ты еще и приходи с ними воевать, еще воюй с ними. Что-нибудь заняться нечем. Ей-богу. Ну вот, по чуть-чуть они начинают подходить. Нет, стоят. Ладно, я понял. Они не будут двигаться. Тихо, 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 ребята, куда вы рванули? Всем держать позиции. Давайте, кучку, кучку, кучку. Нас очень сильно, видите, конница опережает, и поэтому получается так, что пока добежит основная часть войска в виде наших бравых солдат, конницу уже перебили. Поэтому надо как-то все это поздержаннее, подождать всех. Че ты такой медленный, беги быстрее. Хорошо. Давай в атаку, ребята. Опять же, блин, все не так, как хотелось бы. Да, дурацкий куст, я ж тебя объезжал. Держать позицию, ребята, держать позицию. Разворачиваемся, разворачиваемся. Приманиваем, приманиваем. Давай, давай, давай. Давайте, идите ко мне. Ну, я же тут стою, ну. Ладно, пошли в атаку. Эти ребятки не собираются к нам идти. Так. Берем меч. Мечом сподручнее рубить. И мечом умудряюсь промахиваться. Так, в кучку, люди, в кучку, в кучку, в кучку. Куда вы все поразбегались? Все плохо. У меня такая армия отвратительных ребят. Они бегают, где попало, блин. Почему у меня, блин, половина воинов стоит, фигней страдает? Все, задолбали. Да убейте вы его. Что, никто вот так сделать не может, или что? В чем проблема? Сдам вам, вас к чертям, блин, будете охранять сарай какой-то. Хорошо. Очень хорошо. О-о-о, я прям вижу, тут насобиралось. Так, это нам потребуется. Ну, жители будут свободны, пускай бегут куда хотят. Нам они не особо нужны. Ветераны. Опытные всадники. Тяжелые. Так. Еще два всадника. Так, давайте сохранимся.
то прям чувствую, как мы сейчас нарвемся на какого-то уродца. Он нас всех пораскатывает к чертовой бабушке. Он дезертиры 23. Они за мной бегут? Да, все три. Странные ребята, ну ладно, давайте. О, там одни лучники, я понял. Так, спускаемся, спускаемся. Давай, 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 давай. Вот так. Молодца. Да уйди ж ты, блин. Тихо, тихо, лошадка, уйди. Война войной, а по голове получи. Да куда ж вы все лезете под руку? Вот так, вот так. Да убейте его. Если мешаетесь под руками, то хоть бейте врага. Плохо, что мы потеряли, судя по всему, одного всадника. А, да, всадник роханое ружье. Плохо, плохо, плохо. Не смертельно, но плохо. Боевой дух зато у нас повысился. Всадник. И я получил еще один уровень. Так, это наш. Давайте я зайду, сохранюсь. Так, хорошо. Продолжим мы уже в следующем видео, а то я это затянул уже даже больше, чем хотел, поэтому в любом случае всем спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал, буду рад вас видеть. Всем пока.